рэп-шоу. Здесь Пивдавиль, со мной моя братва. Я уверен, что все знают легенду русского рэпа Васю Букуленко, а.к.а. Баста, а.к.а. Нагана. Сегодня он презентует свою линейку жидкости для вейпинга. Мы присутствуем на этой презентации, попробуем вам показать, как это было. Зададим нашим людям несколько вопросов. Ну что, гоу-гоу-гоу! У микрофона Нагана, поверх битат, братана Никвана, эй, ты кайна. Это вроде должен быть репрезент грамотный, но как правило меня и так, где надо и кто надо знает. Мой телефон занят, либо отключен, вовлечен в процесс, некогда скучать, но если вдруг чё? Мучу черного пуэра, так чтобы глаза в кучу, припеваю, чувствую, что малёха лучше. У микрофона Нагана, у микрофона Нагана. Поверь, да, братана, никвана, эй. Чё, как тебе тусовка? Вообще по кайфу. Ну что, а как тебе магазин, что ты думаешь об этом месте? Блин, топовый магаз на самом деле. Ну типа я тут постоянно тусуюсь, только сюда начал гонять за жижами, за всем. Ну потому что топовое место в Москве. Попробовал уже Нагана? Да, вот этот вот, я ничего не знаю. Лайма, да? Лайм, да, лайм ягоды, который вообще босяцкий. Теперь я понял, раньше карнивал постоянно нон-стопом парил. Теперь, походу, на это пересяду делать. Что ты предпочитаешь больше, баг, дрипку? Ну, дрипку, ну на михе баг будет так себе. Поэтому дрипули. Ништяк, ништяк, кайф, мой, спасибо. Пора бы выпустить пар, посмотри, какое солнце на небе. Да, жизнь бесценный товар, но мы зачем-то меняем время на деньги. Вот это зашла. Калифорния. Калифорния. Вообще крутая штука. Завтра конкретно у вас затарит. Будем парить с Белгородом. Слушай, что ты вообще больше предпочитаешь, бак или дрипку? Я только дрипку. У меня бака не было ни разу за 2 года вообще. То есть я только на дрипках. У меня вот есть любимая дрипка, которую я не изменяю. Мне многие говорят, возьми, там, попробуй новые. Но так как я в магазине их продаю десятки, я мог бы попробовать каждую. Но почему-то гир мне вообще нравится. Как тебе в целом магаз, атмосфера? Здорово, ждем Васю. Все хотят с ним селфи, все хотят с ним пообщаться, передать привет. Вообще классно, выбор большой. Дружелюбная компания. Ай. Будем дружить. Кто бы чё бы не мутил, бра, keep it real, keep it real. С кем бы чё бы не курил, бра, keep it real, keep it real. Кто бы чё бы не говорил, бра, keep it real, keep it real. Повтори, пока не забыл, бра, keep it real, keep it real. Вась, привет. Привет. Ты сегодня презентуешь линейку Нагана, состоящую из трех вкусов. Скажи, мы презентуем. Мы презентуем. Скажи, пожалуйста, какой твой вкус любим? Нагана лакшери, конечно. Лакшери, он просто лакшери. Он в нем есть вкус улицы и силы. Угу. Сильная улица. Вот Нагана лакшери — это вкус сильной улицы. Окей. Остальные как тебя? Остальные мне нравятся, ну, больше нравится название. Они хорошие, но просто я не любитель шампуней, ну, таких вкусов. Но они мне как бы по качеству, без сомнения, это хороший уровень. Вася, здесь парни в паре культуры делают нереальные сумасшедшие намотки. Скажи, пожалуйста, ты сам пробовал мотать койлы? Я пробовал, но проткнул себе палец, и на этом я остановился. Немного по музыке, Вась. Я слежу за твоим творчеством. Вот у тебя не так давно вышел твой хит «Сансара», который был совместно записан с рок-музыкантами Диана Арбенина, Александр Эвскляр. Будут ли еще эксперименты вот подобные? Посмотрим, Владимир. Посмотрим, наверное, будешь. Может быть, рок-альбом от Басты? Ну, может быть, Владимир. Может, меня это вдохновит наш разговор сегодняшний, что-нибудь я сделаю. Окей. А, Вась, когда нам ждать Баста 6? А Баста 6 не будет, Баста 40 будет. 40? Ну, да. Ну, как раз 3 года выпускаем, сейчас 37, тут Баста 40 будет. И звучит, да, название неожидаемое, все будет Баста 6. Просто Баста 6 звучит не очень. Ну, 40 тоже как черный. А мне нравится. Последний альбом. Собираюсь выпустить последний альбом. Последний? 40 лет, да. А сколько еще можно? То есть он уже как готов или ты в процессе? Да, он готов, он отстаивается. Нет, на самом деле он не готов, но есть там как бы мысли и песни. Класс, спасибо. Спасибо большое.